Доброго дня, шановні пані і панове. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, гости моего канала и, конечно же, подписчики. Вашему вниманию предоставлена очередная тележка, которая предназначена для транспортировки бобин с шлангами и бобин с проводами, электропроводами для транспортировки к ставку, который находится где-то порядка 200 метров от ставка. Ставок находится где-то 200 метров от сада, которым посажено несколько сотен деревьев, которые придется поливать из ставка. Вот такая тележка, она была заказана моим другом. Ну, проектировал, изготавливал некоторые нюансы. Значит, смотрите, вот это колеса, они не надувные, они непробиваемые. То есть, даже если оно пробьется, то оно не спустит, там внутри камеры нету. Эти колеса куплены в эпицентре в Днепропетровске. Значит, вот эти оськи, они диаметр 10 миллиметров. Вот это обыкновенная гайка с переднего колеса этих велосипедов 20 дюймов. Ну, как и которые ось 10 миллиметров. Значит, вот тут приварены такие пластины, четверочка и спазм. И сейчас оно все закручено. Вот в таком виде вот все располагается на тележке. Вот на этой тележке будут размещены три вот таких бобины со шлангами. На каждой бобине где-то 50 метров. Ну и 50 метров бобина будет уже на самой территории сада, и ее не надо будет транспортировать. То есть три бобины. Вот это будет насос здесь установлен. Ну, будет специальная подставочка под насос с этими, с проводами. И вот четыре вот таких бобины электропроводки 200 метров. То есть, получается, тоже по 50 метров вот эти, тут даже видно 50 метров бобины. Вот такая тележка. Здесь установлено поворотное колесо, которое, ну, имеет тормозное устройство. Вот если так нажать, то оно уже никуда не движет. Видите, оно и лозит по земле, но не этот. А сейчас вот давайте продемонстрируем ходовые качества. Вот я сейчас ее немножко на подъемчик закачу и отпущу. Что будет? Вот она сама едет при малейшем уклоне. То есть она очень, скажем так, такая удобная для транспортировки получилась, и которую можно будет использовать и для других целей. Здесь габариты следующие. Длина 128 сантиметров, ширина вот именно днища, ровное днище 90 сантиметров. То есть, получается, тут приличная площадь. И грузоподъемность, я думаю, тут может быть и 300 килограмм, и 400. Единственное, что, возможно, не выдержит вот это ламинированное ДСП. А так, в принципе, она очень прочной получилась. Я немножко приподнял вот такой сделал обвязочку для того, чтобы увеличить момент инерции вертикальный в местах, чтобы она была, ну, выдержала, не, как говорится, не прогибалась. И прочность довольно-таки капитальная получилась. И вот она такая вот в итоге получилась. Ну, очень удобно, что колеса, скажем так, их не надо никогда накачивать. Они, это какая-то пористая пластмасса, но она такая довольно жесткая. И вот колеса, я смотрю, довольно-таки прочные. Там внутри диаметр под подшипник, там оська 16 миллиметров. То есть, получается, вот здесь я сделал такие, если видно, там шайбы, чтобы не сдавливать сами подшипники, чтобы она свободно крутилась. Поэтому сейчас она легкая на ходу. Я вот одной рукой легко вожу ее, притом это на подъемчик.
Ну, в общем, так вот, заказывайте, если желание есть такую вещь. Будем рады вам тоже такой изготовить этот прицеп.